На ароматном прянике голубь – символ свободы и мира. Софья Золотарева в этот рисунок вложила глубокий смысл и самые добрые пожелания. Мой папа военный, и я понимаю, насколько это трудно для людей и физически, и морально. Я хочу всячески поддержать их в такой трудной ситуации. Произведение кондитерского искусства для участников специальной военной операции. Школьники 10-го лицея стали участниками акции «Неделя добрых дел». Пряники испекли дома с родителями, а вот за кисть решили взяться коллективно. Уже успели расписать 586, вот сейчас ребята добавили еще с посылом добра, надежды и, конечно же, мира. Старшеклассница Ксения Хамдамова с удовольствием участвует в таких акциях, признается, в этот раз вдохновлялась весной. Ну, я в первую очередь рисовала весну, потому что я верю, что весна – это время перемены, время, когда все меняется к лучшему. Пряники и другие гостинцы для военных отправятся в подмосковный пункт сбора, а затем на передовую, чтобы бойцы ощутили поддержку и заботу лицеистов. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».